Ну вот и... Нет, давай я попробую. Слушай, ты... Челюстно-лицевой рефлекс. Пробуем, если ты делаешь просто... Эй, вот где дюду? Что ты сделал? Что ты сделал, Валера, с ним? Он тренировал просто. Делается движение, как тейша. Тихо, тихо. Не сломай, не сломай. Не сразу, а вот. Сломай ему, Валера. Открыть, сделать. Трай. Сюда. О, ну. Да, а это будет удар. Да. Одними мне не хватит сил. Я что делаю? And then if he feel that if he не руками, подмышки закрыты, а вот you need to make stronger. Oh, да. And then make how to say strong beweging to push him. Just neutralize his крах. Пасов. Не тянитесь туда. А, вниз приседать. Все делаем. Вес. Все. Не руками. Глаза, с рука с затылком прикрывает глаза. Нирен. Можно спросить. И внутренняя часть бедра. Очень самая болезненная. Да ты с усуп. Да, ну и бар, конечно. Кейл и ор. Нос. Да, все хватается одним способом. После удара. Лицо. Я тут же хватаю. Как правильно хватать? How do you need to pack? You need to be a little bit pinch, how to say, в хедюльдах. Остальное все потом вот так надвигается. Да? Да. Попробуйте, но только аккуратно, потому что будет потом синяки. Душ от вас, допустим, а вот она как. Можно парк, а можно ногу. Раз. Да. Small pieces you receive fighting. Удары, броски, удушения, болевые, все, что есть, можно все применять. Я вам показываю основу работы на голову. Тут и болевые, тут и удушения, тут и выверки. Валер. Чем я ровнее стою, тем больше информации я получаю. Нож. Мес. Голые руки. Ноги и так далее. Hands without gloves. Да. И обман оптический. Вы делаете вот так, вы закрытые. А в рот. Ничего? Сюда. Зайти за спину, прижимай. Начинай. Спасибо.
It's very stupid. It, they could not arrange. Фауст, это фауст. Он. Да. If you do like this, you will receive. Yeah. И это защипается. То, что я показывал. Это хватает. Не, а моя цель не дать ему не бороться, не бить, полностью контролировать его и как можно быстрее закончить эту схватку, чтобы мандраж, который потом начнется, не успел начаться до этого. Да, далеко. Это здесь пункт. Да? И если кайфушка, это НКВД так делают. Что? КДБ. Бью и еще кручу голову. Получается вот такой захват. Вот этот захват я еще вращаю, толкаю, тяну то же самое, что я вам только что показывал, и голову должен толкать через его руку вот сюда. Кручу и толкаю как бы на трон. Идет. Я не хочу, я не хочу make strong muscles. Нога, то, что вы сейчас делали. И голова сначала туда, сюда. Прижали, голова, вращаю, тащу голову через его руку к своей ноге. Оп. Don't be hurry. Туда и через руку. Не ногой. Сюда. Везде надо. Главное, чтобы тащить. И работаю только на своей высоте. Я высокий. He's tall and he. Я работаю на уровне его плеч. And you need to work in position of his shoulders. Если я маленький, он меня бьет. If you are small, на уровне своих плеч. And then you need to work голова, in position of his shoulders. Я сейчас вам не целиком, я вам основу рассказываю. Целиком это будет. Это база. Базик. This is basic. Так вот, один, да. ТЗ, один. Бейте, чтобы только расслаблен. А другой? Маленький. Прямо. И невысоко, потому что если я... Not too high. Да. In front of shoulders. Лезть, стараться сразу ударить в голову. If you will try to beat immediately to hoft, to head. Он так же делает. Туп, уп. А надо его раз.
руки по речи. И ногами. О, рука. The main. If he has some mess of pistol. На самом деле без разницы. Что первый раз я сделал, только я буду другое делать там ему. Что второе, то, что сейчас я буду делать. Ладошкой. Надо будет научиться делать вот так. Барин. Попробовали. Что снаружи, что вы делали сейчас? Что изнутри? Только еще. Будет дергать. Фюсо, then. Вот так, видите. Didn't you understand? Yeah, I understand, but it's too difficult. Yeah, for me it's also difficult. Также здесь. Одна тянет, локоть удар. После того, как открыли, руку раскрыли. Вот самый главный прием пошел. Одна рука тянет все время к себе. Одна рука раскрывается. Крыло называется. Крыло. Орел. Кухол. Прямой рукой ни в коем случае не лезть на шею. Никогда не лезть. Я его прижимаю к себе. К себе прижимаю. Тяну еще вниз. А голову в другую сторону. Ему некуда деваться. Вот тут ломается, рвутся межпозвоночные связи. Потому что упираю. Не об вакуум. А... Сажусь. И раз, а он там куда-то побежал. Ну как было там? Туда. Отсюда обратно. Раз. И локтем на голову. Аккуратно. Локоть, да, локоть обтолкал, как ты я не даю ему крутиться и себя бить. И рукой надо. Если правильно уровень положения, вы его роняете. Ключи убивается сразу, поэтому аккуратнее. Пак один душит. Вот ногой. И вот, видите, лопать. Чтобы видно было.